Хороший огонек у нас. Сегодня целый день льет дождь. И целый день не было света. И свет включили только-только вот минутку назад. И так необычно без света. Такие ломки. Решили мы тут немножко печку русскую затопить. Чуть-чуть погреться, да так, красоту посмотреть. Кирпичики нагреются, можно будет полежать. Сейчас немножко сюда, и вот уже жар пошел близко. А на улице прям как, не знаю, во дни потопа, наверное, водяное. Льет и льет, льет и льет. Ну хорошо, что периодично была служба. И даже чуть-чуть солнышко выглянуло. Чуть выглянуло, потом опять все закрылось, и все. Завтра праздник, Рождество Иоанна Крестителя. Вот так вот. Такого дождя не было этим летом. Ну, в принципе, как июль, поллета, считай. Вот первый раз целый день. Я думаю, земля напиталась. Сейчас подогреется, еще полежку закинем. Thank you.